Добрый день, с вами канал Я Индустри, и сегодня мы делаем обзор по амортизаторам фирмы Райдер. Вот для меня это есть три таких конкурирующих бренда. Это SATATECH, у нас есть видео, ссылочка будет в описании. Это Райдер, то, что мы сейчас снимаем, и фирма Profit. Цена, качество у них плюс-минус одинаково. Мы уже работаем не первый год и с Райдером, и с SATATECH, и с Профитом. Вот то, что на примере, это идет на Chevrolet Lachetti, задние амортизаторы, также стикерочек, прописан амортизатор, идет Chevrolet Lachetti, каталожный номер по Райдеру. Ну, визуально и на упаковку они как бы не скупятся, делают. Внутри упакован амортизатор, лежит в целлофане. Амортизатор газомасляный с ограничителем. Визуально, если смотреть, сейчас будет видно, четко прописано фирма Райдер. Каталожный номер выбито четко. По Райдеру должно соответствовать четко. И на упаковочке, на стикерочке обращайте внимание, чтобы было не попутано, чтобы где-то кто-то, человеческий фактор. Завальцовочка. Везде вот все моменты рабочие. Крепление, стойки стабилизатора, все где проварено, все. Ну и жур, это вот SATATECH, Райдер и Профит. Вот качество для меня, оно плюс-минус одинаковое. Сам шток, тоже зеркальная поверхность, идеальная. Прокалка резьбы, контригающая гаечка. Проверяем. Амортизатор довольно-таки неплохо по жесткости, ни рывков, ни провалов. То, что касается цены, это доступная цена, это недорогой бренд, качество достойное, это так как мы работаем уже не первый год. Из продаваемого никаких таких нюансов глобальных как бы не было, что там люди жаловались на амортизаторы, либо на тормозные диски, либо на колодки. То есть цена, качество здесь присутствует. Хочу повториться, мы занимаемся широким спектром автозапчастей, то, что касается корейских, японских автомобилей, в наличии свыше 20 тысяч наименований. Работаем также под заказ. Вы можете нам звонить, вы можете писать в комментариях, всегда оперативно отвечаем. Будем рады с вами поделиться, пишите вы нам, мы вам отвечаем. Всем здоровья, удачи, пока.